Всем привет, на связи Андрюс Крипто Ньюс, и прежде чем мы начнем, я крайне вам рекомендую. Обязательно подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, это важно, и только вы сможете сделать так, что канал будет расти, и только вы будете знать новости, будущие проекты, возможности этого мира касаемо XRP, данной криптовалюты, только благодаря этому. Поехали! Есть очень важная новость. Новым клиентом Ripple стал Государственный банк Сальвадора. Это, кстати, очень важная часть для того, чтобы, в принципе, весь мир понимал, что у данной криптовалюты имеются потребности. Потребности в плане роста. И без инвестирования, заключения новых договоров это невозможно. Годовой отчет банка Хипеткарио Сальвадора говорит о том, что государственный банк начал использовать RippleNet для трансграничных платежей в реальном времени. Сколько же партнеров у Ripple на данный момент? Ripple Labs обрела нового партнера для своей платежной сети. В этом месяце банк Хипеткарио Сальвадора опубликовал отчет за прошлый год, в котором упоминается новая система международных платежей на основной сети Ripple. Пользователям кажется, что связь между двумя организациями настроилась через Neum. В октябре прошлого года Neum, это сильный партнер Ripple, объявил о стратегическом сотрудничестве с банком Хипеткарио, государственным банком, доля которого 40% Сальвадора, с целью улучшения услуг международных денежных переводов для пользователей и предприятий страны. В заявлении тогда говорилось, что партнерство откроет дверь новым международным платежным коридорам за пределами Латинской Америки, предоставив корпоративным и потребительским клиентам банка Хипеткарио удобные, безопасные и глобальные варианты оплаты в режиме реального времени. Помимо самой Южной Америки, целевыми рынками названы Европа, Великобритания и США. Хосе Рауль Сенфигуэрос, директор по операциям и финансам банка Хипеткарио, в октябре прошлого года он сказал: «Мы очень рады работать вместе с технологией перевода средств Neum в режиме реального времени. Их обширным портфелем лигурирующих лицензий для перевода платежей через границы. Мы надеемся улучшить качество обслуживания клиентов и улучшить наш портфель продуктов, которые будут соответствовать потребностям наших клиентов благодаря постоянному вниманию и инновациям, улучшениям». Годовой отчет Neum должен стать подтверждением того, что RippleNet является основой сотрудничества Neum с банком Хипеткарио. Сальвадорский банк пишет в отчете: Ripple создана новая система для осуществления международных переводов через платежную сеть Ripple, которая широко используется финансовыми учреждениями по всему миру. Кроме того, были созданы новые способы передачи и доведены до сведения заинтересованных пользователей. Это крайне важная, интересная информация, ведь благодаря таким заключениям контрактов и обретениям у Ripple XRP новых партнеров, где доля данных компаний является огромной и величественной, у XRP всегда будет точка, от которой она будет отталкиваться и двигаться вверх к улучшению и продвижению самой себя. Вы понимаете, о чем я говорю. И с каждым днем, с каждой неделей происходят такие вести. И у XRP действительно неимоверные возможности в плане роста. И только каждый человек, который это может осмыслить, который это может понять внутри самого себя, не упустит эту возможность, которая сейчас еще есть, в данный момент времени.
Я никого не завлекаю, я лишь даю информацию и довожу людям ее саму в том моменте времени и в первозданном виде.